связано всегда воспоминания с терапевтическим языком. У вас это вешается на здесь, для того, чтобы границы с духом. Вот, давайте для того, чтобы вокруг нас была уже более чистая аура, сделаем вот такой распространенный клинок для на голове. И тоже будет вот больше добра, счастья, радости. Делается венок на голове достаточно просто, а вы здесь прочнее работаете и скрывает грязные волосы, если вы не успели помыть. Я сейчас расскажу про тебя. Сегодня мы здесь новогодний день. Хочется выглядеть особо красиво и сделать какую-то необычную прическу. Отлично. Для этого нам понадобится для расчёски много-много приколов. Там разнообразно, конечно, очень сильно будет портрет ваших волос, но поскольку это обучающий материал, я давно своим читателям, которого в журнале обещала выложить, как я делаю эту прическу, можно для основы брать прикольный. Ну и вот, на всякий случай, небольшие штучки. Для начала я разделила волосы на прямой пробор, расчесала их, естественно. Сейчас я попробую примерно их разделить пополам. Отделю одну часть. Она мне не мешает. И заголю ее потом. А эту часть волос я еще раз почешу хорошо и начну вот выглядеть цветные штырьки, отделю. Мне не будет видно, поскольку это будет не такое приёжки сделать. И начну просто снизу вот этого центра отделённого, примерно на уровне основания черепа. Закалывать линию. И вот все вот эти волосы делим, ну, зависимо от толщины объема ваших волос, делим по 3 на 4 части. Разделим, еще поделим. Ну, вот эту каждую часть начнем накручивать. Просто так вот на палец, руликом. Натручиваем, натручиваем. Ровно, неровно, в нашем случае, конечно, важно, поскольку сейчас модно прически, которые могут убиваться. Сейчас берем второй краску. Точно там же я накручиваю. Прикалываем. Приколов, которые мы делали на волосах. Интересно, что это было?
Продолжение следует...
Я
складываете, как вам нравится, и заливаете, и заливаете. Вот, вуаля, у нас праздничная.